Сегодня у вас последняя возможность на этой неделе принять участие в турнире выходного дня, где у вас есть шансы побороться за карточку, начиная от ретем 88 по 97. Отпиши прямо сейчас в комментариях, играешь ли ты в этом турнире и какой урок тебе выпал сегодня. По информации от Сабурита, на 9 число eSport запланировали выдачу карточки Серхио Рамоса 91 рейтинга, а также совместно с ним еще и 1250 самоцветов. Что ты скажешь, достойный ли это подарок от eSport тебе? На 11 число eSport запланировали обновление геймплея. Все подробности обновления геймплея, которые вас будут ждать в игре, я сбросил всем вам у себя в телеге. Ну а также это еще не все подарки. 13 числа Сапурит говорит о том, что нам дадут бесплатно логотип, а также карточку 86 плюс рейтингом. Друзья, список всех подарков, которые вас будут ждать в игре, я сброшу всем вам сегодня у себя в телеге. Обязательно туда переходите.